Всем привет! Сегодня также хотела показать вам орхидейку, которая собирается цвести, как раз сейчас бутонится. И хотела в частности показать ее оригинальные бутоны. Таких я еще не встречала. Эту орхидейку я также заказывала на сайте, о котором ранее вам рассказывала. Пришла она мне почтой. Вот один бутончик она мне засушила. Не знаю, наверное, на то были какие-то основательные причины у нее. Также продолжает расти листик, но суть сейчас не об этом, а о бутонах. Помните, в прошлом видео я говорила, что бутончик похож на какой-то, как будто мутирует. Но на самом деле он, конечно, подсох, но по следующим бутонам видно, что у нее сами по себе такие бутончики оригинальные. Сейчас попробую навести. Объемные бутоны. И вы знаете, она источает такой приятный аромат уже сейчас, хотя они еще зеленые, такие довольно маленькие. Каким-то странным образом вот здесь бутон она не дала. Хотя очередной должен был быть здесь. Но пропустила, и уже вот здесь бутончики у меня пошли. Но запах уже сейчас есть, поэтому я, конечно, в предвкушении, надеюсь, не засушит, все распустится и порадует своим цветением. Очень любопытно будет посмотреть на цветы. Надеюсь, они будут соответствовать тому, что заявлялось изначально при покупке. Будем ждать вместе с вами цветения этой орхидейки. Всех благодарю за просмотр, всем хорошего настроения, пока-пока!